играя на джойстике, поэтому видимых кнопок на экране нету. Сохраняюсь по своему усмотрению, пытаюсь обходиться вообще без них. Надо понимать, что игра старая. Если персонаж умрет, то игра начнется с самого начала. Начало не уровня, а вообще с самого начала. Дорогие друзья и гости моего канала, всем привет! Продолжаем проходить Action Man, тоннель секретной базы 13 этап. Оба. Та же самая тоннель, просто по прямой бегаем, верно? То же самое. Вроде да? Хорошо. О, у него вообще этот ракетница. Автомат ракетницы, это же вообще имба. На опережение шмалять буду. Даже получается, если на опережение, просто всех кромсаю. Чекпоинт, так, хпшку мне подобрать, пожалуйста. А, у него же нет двойного прыжка, щит, я забыл. А как туда взять? А как взять? Опа. Опа. Почему я могу здесь взбираться, а почему я не могу взбираться? По этой могу? Могу. Наверх. Опа. Да будет? Не будет. Это что, это морозно? А, это самонаводка, ничего себе. На, чекпоинт. Так, перепрыгиваю. Ой, нет. О, ну, горим. Я лучше хп подберу. HP-шку, ага. Ага, ай. Опа, вот тут надо будет. Ага. Оба, оба. Давай, роднулька, не падай в шипы. Хорош, так, мне бы наверх. Ага. Все, я наверху, тут безопасней. Опа, надстрел. Опа, тройной, гандеим. Наверх. Опа, летучую мышь, я пробегу. Она меня не догонит. Оп-оп-оп. Зелененького тоже отстрелим. Всех отстреливаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая вредная. Так, самонаводка или самонаводка. А, это ускорение. Чего себе он шмалит, как с пулемета? Гаддэм, вот тут он стрелок. Гаддэм. По зелененький глаз мы проскочим. Еще один зелененький глаз мы уже не проскочим. Сюда, еще выше хочу. Опять летучая мышь, ее мы кокаем. Так, самонаводку оставлю себе, пожалуй. Слушай, какой он сильный. Он еще крепкий, зараза. Ну, хотя бы один достойный враг за всю игру. Все пройдено, пройдено. X-робот.